Прокуратура Фрунзенского района выявила самовольное занятие земельного участка и использование его не по назначению. В ходе проверки было установлено, что этот земельный участок площадью 639 квадратных метров на улице Московской приобрела некая организация, которая открыла на нем платную автостоянку. При этом территория относится к категории земель населенных пунктов, имеет вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, оказалось, что часть участка и вовсе захвачена незаконно. С целью устранения выявленных нарушений прокуратуры Фрунзенского района возбуждены соответствующие дела. Постановлением Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии как юридическое, так и должностное лицо признано виновными в совершении указанных административных правонарушений. Виновным лицам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 240 тысяч рублей. Устранение фактических нарушений остается на контроле прокуратуры Фрунзенского района.